Приветствую вас. Оспаривая того, что сказала моя коллега, я бы хотел немножечко дополнить ситуацию, дополнить ответ ее своим видением того, того, в какой ситуации вы оказались. Во-первых, вы написали очень интересную, на мой взгляд, вещь о том, что вы не знаете, кто вы не знаете, чего хотите, не знаете, что вам интересно, что вам нужно и прочее. Вот это на самом деле очень большая, на мой взгляд, проблема, потому что если вы не знаете, чего хотите, и если вы не отдаете себе в этом отсчета, то алкоголь, по сути дела, заполняет в вас ту пустоту, которая создалась. И прежде чем, не прежде чем, я бы сказал, вместе с тем, что сказала моя коллега, вместе с этим, я бы очень рекомендовал бы вам подумать на тему того, как и почему так получилось, что вы не знаете, кем хотите быть, не знаете, что хотите делать и так далее. Как так вышло? Если вы из благополучной семьи, не повлияли ли родители сами того, например, не осознавая на вас? Не спровоцировали ли они вас на такое вот поведение, сами себе в этом отсчета не отдавая? Такое, кстати говоря, очень может быть, и более того, мне кажется, что именно это с вами и происходит, потому что раз вы рано начали употреблять алкоголь, значит, скорее всего, вам активно мешали, давили на вас и так далее. Вы знаете, вы действительно можете, и вам действительно нужно проходить терапию от алкоголизма, потому что скорее всего, у вас уже действительно он есть, и, скорее всего, у вас уже действительно есть зависимость от алкоголя, но, видите ли, какая проблема? Зависимость от алкоголя у вас до конца не исчезнет, не пройдет, если вы не поймете, кем вам хотелось бы быть и что вы хотите делать, то есть если вы не решите для себя вот эту проблему, проблему занятости, проблему направления своей энергии, проблему реализации себя, для этого необходимо прислушиваться к себе, для этого необходимо слушать свои желания. Для этого необходимо доверять им и не оглядываться, по крайней мере, достаточно сильно на тех людей, которые будут говорить вам иное. И если вы сможете это сделать, если вы уберете пустоту своей душе, пустоту в своем сердце, которое у вас есть сейчас, то вот тогда как раз вы и сможете реализовать свои желания, то есть тогда вы сможете избавиться от алкогольной зависимости так, чтобы при этом никогда к ней не возвращаться. Если вы этого не сделаете, если вы так и не увидите, не найдете себя в чем-либо, то рискну предположить, что даже лечение от алкоголя вам как таковое не поможет. Почему?
Потому что, ну, избавитесь вы от него, избавитесь вы от пагубного влияния алкоголя, скажем, вас, вам проведут детоксикацию, предположим, но детоксикация не решит вашей основной проблемы. А основная проблема — это не имение, отсутствие знания о том, кем вы хотите быть. И, соответственно, вновь пустота в душе, соответственно, вновь незнание, чего делать, соответственно, вновь переизбыток энергии, переизбыток желаний, которые вы будете по привычке, по ассоциативной привычке реализовывать через алкоголь. И отсюда несложно догадаться, что вы вновь вступите на ту дорожку, от которой вас тяжело и долго будут излечивать. И вот, дабы подобных вещей не возникало, дабы вы, если, например, решите ну, избавляться от зависимости алкогольной, дабы это не было бесполезно, дабы, если, дабы вы хотите, чтобы то, чем вы занимаетесь, то, на что вы тратите свое время, было на пользу и не было бы просто так. Если вы этого хотите, то обязательно подумайте над тем, кем вы хотите быть и что для вас, вообще говоря, важно. Потому что без этого никакое лечение от алкоголя, от алкогольной зависимости не имеет смысла. Вот. Ну, а для того, чтобы понять, кем бы вы хотели быть и что бы вы хотели делать, необходимо проанализировать условия вашей жизни и определить блоки, которые не позволяют вам это делать. То есть по сути, что мешает вам действовать так, как вы хотите? Что мешает вам заниматься тем, что вы хотите? Что мешает вам действовать, исходя из своих желаний, а не из желаний других людей? Я предполагаю, что учитесь вы не для себя, потому что так вам сказали родители. Я предполагаю, что вы не, ну, вам не нравится та профессия, которую вам, ну, которую вам предстоит изучать. Я предполагаю, что вы не очень в восторге от всего этого, но при этом родителям отказать вы не можете. Они имеют на вас привычно большое влияние, они имеют на вас привычно сильное влияние, и из-за этого вы, собственно говоря, чувствуете себя не свободно. Если это все действительно так, если я прав, то я думаю, что этот момент, момент детско-родительских отношений, нужно с вами разобрать, чтобы вы все-таки устранили вот этот корень данной проблемы. Алкоголь — это следствие. Вопрос в том, почему вы начали его пить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.